добро пожаловать на замечательный футбольный вечер. Для вас фу хозяев поля сегодня с первых минут. Тренер выбрал схему 4-4-2 с выдвинутым вперед атакующим полузащитником. И посмотрим, как это уже будет выглядеть на поле. Расстановка кажется старомодной, и посмотрим, насколько она окажется эффективной. Добро пожаловать на замечательный футбольный вечер. Для вас фу хозяев поля сегодня с первых минут. Тренер выбрал схему 4-4-2 с выдвинутым вперед атакующим полузащитником. И посмотрим, как это уже будет выглядеть на поле. Расстановка кажется старомодной, и посмотрим, насколько она окажется эффективной. Добро пожаловать на замечательный футбольный вечер. Для вас фу хозяев поля сегодня с первых минут. Тренер выбрал схему 4-4-2 с выдвинутым вперед атакующим полузащитником. И посмотрим, как это уже будет выглядеть на поле. Расстановка кажется старомодной, и посмотрим, насколько она окажется эффективной. Добро пожаловать на замечательный футбольный вечер. Для вас фу хозяев поля сегодня с первых минут. Тренер выбрал схему 4-4-2 с выдвинутым вперед атакующим полузащитником. И посмотрим, как это уже будет выглядеть на поле. Расстановка кажется старомодной, и посмотрим, насколько она окажется эффективной. Добро пожаловать на замечательный футбольный вечер. Для вас фу хозяев поля сегодня с первых минут. Тренер выбрал схему 4-4-2 с выдвинутым вперед атакующим полузащитником. И посмотрим, как это уже будет выглядеть на поле. Расстановка кажется старомодной, и посмотрим, насколько она окажется эффективной. Добро пожаловать на замечательный футбольный вечер. Для вас фу хозяев поля сегодня с первых минут. Тренер выбрал схему 4-4-2 с выдвинутым вперед атакующим полузащитником. И посмотрим, как это уже будет выглядеть на поле. Расстановка кажется старомодной, и посмотрим, насколько она окажется эффективной. Теряют они мяч. Может что-то из этого прохода получится.
Добро пожаловать на замечательный футбольный вечер. Для вас фу хозяев поля сегодня с первых минут. Тренер выбрал схему 4-4-2 с выдвинутым вперед атакующим полузащитником. И посмотрим, как это уже будет выглядеть на поле.